Чтобы войти в свой личный кабинет, вам необходимо зарегистрироваться, если вы новый пользователь, либо пройти процесс авторизации. Для этого в правом верхнем углу нажмите кнопку «Вход». Во всплывающем окне вы увидите правую часть, где вы также сможете пройти регистрацию. Либо в левой стороне всплывающего окна вводите свой логин и пароль. Нажмите кнопку «Войти». Поздравляем! Вы успешно прошли авторизацию.